Девчонки, я решила сесть и записать для вас новое видео. Не так давно я приобрела новую сумку, вот так она выглядит. Покупала я ее в магазине Zara. Ссылку я оставлю внизу, потому что эта сумка сейчас на скидках. И, в общем, я решила показать вам, что же я храню в своей сумке. Эта сумка у меня повседневная, то, что я ношу с собой на работу. В общем, давайте приступим. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Значит так, выглядит моя сумка вот так вот. Она на длинном ремешке, тут можно регулировать все. У нее, в принципе, таких два основных отделения. Вот этот маленькое отделение и тут большое. Давайте приступим, я покажу, что же там. Я поставлю так сумку, чтобы мне было удобнее. И хочу сказать сразу, что я пересмотрела то, что я ношу с собой. До этого у меня была очень маленькая сумка и все не влезало. Тут я ношу все самое необходимое. Конечно, какие-то... вещи иногда оттуда попадают, что-то появляется. Ну, в общем, давайте приступим. Значит, в этом маленьком боковом кармане я ношу такие мелкие вещи, которые мне нужны, в принципе, постоянно. То есть мне нужно легко их достать. Первое, что я ношу, это свой телефон, iPhone 5s. Ссылку на видео, что в моем айфоне, я обязательно оставлю. Посмотрите. Значит, храню я там телефон. Дальше я храню пудреницу, но это бывшая пудреница, на самом деле сейчас служит зеркалом, просто красивая упаковка, и мне нравится ее с собой носить. Также у меня тут лежит мой пропуск на работу, тоже он всегда мне нужен, ибо работаю я 5 дней в неделю, так что, чтобы не забыть, всегда его там оставляю. Также там я храню свой проездной, он у меня в таком вот чехле, который я покупала в Primark. Да, в общем, вот так это выглядит, особенно близко фотографию показывать не буду, но вот такой вот прикольный чехол, и он белый с черными точками. Так, дальше я храню свои запутанные наушники, я не знаю, каким образом они у меня так путаются, но тоже без наушников я стараюсь не выходить из дома, потому что если разговариваю по скайпу или слушаю музыку, в любом случае нужны наушники. Дальше у меня лежит тик-так, это Fresh Mint, белая обычная версия. Мне очень нравится, как пахнет этот тик-так. Опять же, если вы пьете кофе, нужно освежить дыхание, так что тоже всегда со мной. И либо жвачка, либо тик-так. Также тут лежат мои ключи от дома. Так, дальше, что у меня тут лежит? И, как всегда, я ношу с собой вот такую вот маленькую расческу. Конечно, особенно и волосы не причешешь, но если надо что-то подправить, она занимает мало места, поэтому она у меня всегда с собой. В общем, это все, что у меня есть в этом маленьком кармане. Давайте переступим к большому. Открываем. Сумка довольно-таки вместительная. Первое, что я храню тут, это, конечно же, такой блокнот обычной черной резинки, и он у меня с белыми листочками. Тут я записываю, в принципе, какие-то встречи, то, что мне нужно, что купить и так далее. Все тут. И также у меня лежит тут ручка в таком вот вельветовом чехле, и вот такая вот красивая фиолетовая. И я ее ношу с собой, чтобы со стола не пропала, плюс мне нравится, как она смотрится. И даже в нерабочее время мне нравится ей пользоваться. Также неотъемлемая часть моей сумки – это влажные салфетки. Выдаются в магазинах именно мини-версии. У меня это салфетки от Simple. Разные бывают жизненные ситуации, где-то что-то нужно протереть. Да даже кому-то, если понадобится салфетка, она у меня всегда с собой. Мини-версия занимает мало места в сумке, но иногда очень выручает. Следующий набор, который не раз меня выручал, вот так вот я его храню. Не знаю, выглядит не очень, но тут у меня есть резиночки. Обычные черные резинки, без железных таких креплений, чтобы они не рвали волосы. Также это, в принципе, пачка из-под салфеток. Тут у меня есть сухие салфетки и тут какой-то необходимый набор на всякий случай. Есть две таблетки Линекса, потому что проблемы с желудком бывают часто, в том плане, что где-то не то что-то съешь и начинает тянуть живот, и я предпочитаю пить Линекс тогда. На всякий случай лежит Смекта и, конечно, пластыри. У меня это обычные пластыри. Наверное, первый попавшийся, который купила. В общем, да, засовываю я это все в эту пачку с салфетками. И так это у меня кочует, в принципе, из одной сумки в другую сумку, потому что, ну, всякое бывает, даже если вы на работе или просто едете куда-то в центр города на шопинг, например, но у вас заболел живот, ну, всякое бывает. В общем, мне кажется, важно иметь что-то такое с собой под рукой. Также у меня всегда
есть с собой ножпа. Это то, что не влезло. Конечно, это не влезет в пачку из-под салфеток. Но ножпа у меня тоже всегда с собой. Она мне помогает от любых болей. И да, всегда с собой ношу. Дальше давайте покажу вам такой вот визитницу. Хочу приобрести себе маленький кошелек именно вот для монет, чтобы не было там места для кредиток. Потому что все теперь я храню вот в таком вот, такой вот визитнице. Заказывала я ее на eBay, и вот я выбрала в коричневом цвете, потому что мне кажется, она смотрится лучше всего. И да, храню я тут все, вплоть от моих кредиток, да, ID-карточки, какие-то карты клиента, деньги, карточки от такси и свои визитки. Я тоже тут храню на случай, если я захожу куда-то по работе и нужно дать кому-то свою визитку, то тут это у меня есть. Плюс мне нравится, что это коричневое, очень симпатично выглядит, несмотря на то, что я стоила это копейки. Я уверена, что продается в любом переходе. Кошелек у меня тоже пока стоит с собой, пока это такой большой, который я хочу поменять, но все же монеты нужно хранить где-то. И вот такой кошелек, покупала я его в Debenhams, у него такая красивая отделка внутри, и на самом деле, как видите, тут почти ничего нет, какие-то визитки остались, но просто их не хочу перекладывать, и тут у меня просто отделение для монет. Давайте перейдем дальше. Я с собой частенько ношу журнал какой-нибудь, потому что еду я, повторюсь, на работу долго, и хочется почитать, посмотреть. И вот пока на данный момент у меня в сумке оказался вот такой журнал Look. Это, по-моему, какой-то номер. Это у нас новый выпуск, я его купила не так давно, да, это февральский выпуск. И мне нравятся эти журналы, они недорогие, но тут можно именно подчеркнуть какие-то советы и какую-то дешевую косметику. Опять же, они обязательно нам говорят, если какие-то выходят новинки. Вот тут, как я вижу, они рассказывают о том, что выходят новые ароматизированные лаки от Revlon. Поэтому хочу прочитать эту статью, и когда они выйдут, девчонки, обязательно вам сообщу. В общем, да, журнал частенько в моей сумке, либо журнал, либо какая-то книжка, но на данный момент оказался журнал. Так, если вы еще не устали, то продолжайте. Ну и у меня есть с собой Oral-B, это флосс, это нить для зубов. У меня она такая обычная мята от Oral-B. Опять же, если в общественном месте поем, иногда выручает. Плюс все-таки дантисты нам рекомендуют пользоваться нитью после того, как после приема пищи, чтобы все там вычищать. И пока что я пользуюсь именно вот этот Oral-B Satin Floss. Пока что мне нравится. И давайте покажу вам последнее, что находится в моей сумке. Это, наверное, то, что вам будет интереснее всего, потому что у меня бьюти-канал. И это косметичка. Косметики я с собой много не ношу, чисто потому что, если честно, не всегда есть время, чтобы что-то подправить, что-то подкорректировать. Поэтому у меня вот такая вот маленькая косметичка. Это был набор какой-то средств для губ от Clarins. И она такая беленькая, с блесточками. Ну, мне кажется, это идеальный размер именно для сумки вот такого размера. То есть она не слишком большая и не слишком маленькая. Влезает все, что нужно. Давайте нырнем, и я покажу вам, что я с собой ношу. Ну, в общем, открываю, и первое, что мне попадается, это такая компактная пудра от Bourjois Healthy Balance. Все мы знаем их тональную основу Healthy Mix Foundation, Healthy Mix Serum, и вот из той же линейки у меня есть пудра. Она у меня в оттенке ванила, 52. Мне нравится, что тут есть большое зеркало, и пудра идет без всякой ненужной кисти, поэтому она очень тоненькая и компактная. Мне нравится эта пудра, она очень такого мелкого измельчения, то есть она очень хорошо матирует, если где-то нужно подправить в течение дня. И ношу я с собой для этого вот такую вот кисточку от EcoTools, это их коллекция мини-кисточек. Еще очередной набор. Первые продукты, которые исчезают у меня с лица, это румяна. Первое, что исчезает у меня с лица. И поэтому я обязательно ношу с собой вот этот набор. Он у меня кочует с моего столика в сумку, в косметичку. И это румяна от Gauche в оттенке 39 Electric Pink.
Он такой очень натуральный оттенок, с маленькими блесточками, но когда вы наносите их на щеки, они незаметны. И да, такой натуральный оттенок румян, как раз для зимы. И использую я Full Powder Brush от Eco Tools. Опять же, это из их коллекции мини-кисточек. Очень спасают, в плане того, что не надо таскать большие кисти. Так, дальше я обязательно наношу с собой пару продуктов для губ, то есть пару помад, и опять же цвета у меня всегда на выбор. Если хочется посвежее, то тут у меня на данный момент Rimmel Moisture Renew в оттенке 705 Let's Get Naked, и также у меня любимый на данный момент это помада от Kate Moss Rimmel в оттенке 80, это вот такой вот темный цвет. Тоже в одно время темный, другой нюдовый, ну, в принципе, идеальный для меня повседневный цвет. Также я ношу обязательно бальзамы какие-то для губ, потому что никогда не знаешь, когда губы начнут сохнуть. Ношу я Carmex любимый Chubby Stick, и ношу я бальзам, это Instant Light Natural Lip Perfector от Clarins, это их мини-версия, опять же, не надо таскать с собой большие версии. И также я тут храню консилер, это у меня Kick-Ass консилер от Soap & Glory, и он очень интересный, тут идет, он так открывается, тут два оттенка, один розоватый, чтобы наносить под глаза, и другой вот уже непосредственно закрывать какие-то прыщички и так далее. И тут тоже есть маленькая пудра с маленьким спонжиком, чтобы фиксировать консилер. Очень удобная вещь, немножко она большая, но пока вот я ее ношу. Также у меня лежит тут черный карандаш от Urban Decay, это их серия 24 часа, Black Market в оттенке, обычный черный карандаш, он очень мягкий, и, как правило, тоже карандаши у меня как-то исчезают с водной линии, поэтому приходится поправлять. И обязательно-обязательно ношу с собой крем для рук. Руки у меня адски сохнут просто, поэтому нужно всегда иметь с собой. На данный момент я пользуюсь кремом от Caudalie. Это крем для рук и ногтей. У него очень такой непонятный запах. Он в одно время он сладкий, а в другой момент какой-то цитрусовый. Но мне очень нравится этот крем, он неплохо увлажняет. И он натуральный, без парабенов, без каких-то, без сульфатов, без химии, в общем, натуральный крем. И да, и, в принципе, вся эта глава косметики помещалась в вот такой маленькой косметичке. Ну, в общем, девчонки, все. Сумка моя теперь пуста, как видите. Тут есть еще один маленький карманчик, но там я ничего не храню. Да, у меня тут лежит еще такая наклейка, которая убивает всякие запахи. Ну, в общем, вот такая у меня сумка. На самом деле, когда я заказывала ее, я думала, что она намного меньше, переживала. Но на самом деле она пришла именно в том размере, который мне нравится. Мне нравится, что можно регулировать длину ручки. И, в общем, да, решила я пойти вот на такой вот цвет, хотя были и синие. Ну, вот почему-то, как вы, наверное, уже заметили, меня тянет на такой вот барганди бордовый цвет. В общем, девчонки, надеюсь, что вам понравилось это видео. Может быть, вы подчеркнули для себя что-то новое. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте, обязательно отвечу. Некоторым может показаться, что я таскаю с собой слишком много всего, но вот для меня пока это такой необходимый минимум, максимум, точнее, вещей, которые должны быть в сумке у девушки вот на всякие разные случаи. В общем, девчонки, огромное спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами скоро. Всем пока!